Всем привет, с вами Клеер, и сегодня мы поиграем в игру Need for Speed Playback на PS4. Неплохо, Тайлер, но ты все равно проиграешь. Я уже победил. Вы просто пока не в курсе. Речи не было. Итак, мы уже гоним. Да, гоним. Это и есть по-дружески. Кто последний моет Итак, траву машины? Тихо. Кто последний, тот машины моет. Я не хочу машины мыть, я не хочу. Ух ты, тихо, чё? А там Джейс. Скотина. Ты чё так быстро ездишь, а? Пора бы поднажать. Ух ты. Что за подстава? Я так нечестно. Я рулил. И у меня руль забрали. А это что за... Ух ты. Круто. Ух ты. Крутой был прыжок. Ебо, мне другой руль дали. Тихо. Лапочка, тихо. Пора полетать. Полетаем! Ух ты! Ёпрасте! Что за подстава? Пристегни! Давай! Взлетаем! Опять руль забрали! Ладно. Что за издевательство-то? И, тёлыча, давай! И мне руль дали! Мне руль дали! Ты мог бы даже обогнать, если бы меньше рисовался. Давай. Интересно, кто? Мак? Я когда играть-то буду? Тихо! Не туда! Давай! Стой! Заносит! Давай, жми! Все думаешь, что победишь, Тай? Уже побеждаю. Уже побеждаю? Не вижу. Результат будет на финише. Блин, она не видит, не видит. Я тоже не вижу. А, вон они. Опять руль забрали. Да что вы? Издеваются. Кто первый-то? И? Неплохо. Ты не думай, что всегда так будет. Я всегда на шаг впереди. Ух ты! Сдаетесь? Решено, Морган. Ты поведешь приз. Я надеюсь на тебя и твою команду. Ну что я говорил? Лина Наварро лучше всех решает дела в Сильвер Роке. Да. Красиво звучит, Раф. Ты все это сам собрал? Если уделить время и внимание, художник из любого лома может сделать суперкар. Ничего, ездит, что ли? Ну все, ребята, вы знаете, что теперь делать. Гуляем? Тренируемся. Погнали. Сейчас я поеду, наверное. Где мой руль? О! Раф, эта штука рвет, как бешеная! Тут есть ее управлять, тихо, чтобы дело выглядело. При собой машине лошадей вдвое больше. Раф. Надо убедиться, что ты готов к делу. Ты провела тайм. Ничего делать-то? Твоя роль сыграла. Сложную часть сделаем. Ну что, Тай, что будешь делать, когда мы сорвем вас? Всему свое время. Я думаю... Тихо. Я тут темным носом рою 3 года уже. Туннель. Тихо, туннель. Вы приехали? Я первый. Починю, чтобы он был как новый. А потом сделаю из него лучшую дрифтовую тачку в боксу на Белли. Да ты че так? О! Интересно, я первый? А ты что скажешь? Большие
долги. Ты дурак! У нас так может, открою мастерскую. Ты что такой дурак? Видишь, Таля? Все просто. Ладно, куплю идеальную просто... тачку, прокачаю по максимуму и буду участвовать в самой крутой гонке. Давай, давай. А, встречка! Я понимаю. Давай, давай, давай. Ну, а ты, Лина? Ну, если вы не облажаетесь, выберусь из этой дыры. И куда отправишься? Наверх. Так, крутой поворот. Заберите, круто. Ты не распарил. А мы с Тайлером раз. Не так и плохо было. Вон кем я вырос. Вот и я о чем. Интро. Давай, Тайлер, надо познакомиться. Ух, ничего себе. Спокойно, Лина. Ты же знаешь, я смогу. И потому и согласилась. Ты поедешь на гиперкар. Вера, крутой поворот, ручной тормоз. Техника из чертова рынка. Не надо меня успокаивать. Ничего, я повернул, блин. Так, ручник у нас. Эй, стой! Не туда, блин. Ручник у нас на квадрат, да? Понятно. Нитро у нас на икс. Так, 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 так. Давай, 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 чувак. Готов отработать прыжки, брат? Да, ты где? Давай, ты где? Дорогу! О, вон, 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 вон! Оба! Так, я круче. Неплохо, чувак. Прыгнешь так же на деле, и победа наша. Надеюсь. Смотри, как он быстро ездит, а? Блин, ручник. Соскучился? Впереди длинный отрезок дороги. Разгони машину как можно сильнее. Проверь, да можешь держать ее под контролем. Вот, давно бы так. Во, видала? Я разогнал. Я разогнал. Все банды в городе хотят заполучить то, что в этой машине. Точно. Ты где есть-то? Но тачку они не получат, пока я не взгляну на то, что под капотом. Я с кем только не договаривалась, чтобы ты участвовал в этой гонке. Проигрыш не допустим. Ребят, не о чем беспокоиться. Наша команда лучше из всех в этом городе. Да говно! Скоро финиш-то, а? Отлично. Пора нам заработать деньги. Мы все сделали. Во! Вот это я пронесся! Тыч, три, три, тыч! Фортуна Вэлли. Пустынный рай для тех, кто азартен. Здесь можно купить что угодно, даже удачу. Пусть богачи играют в карты и кости. Мы, рожденные в тени казино, испытываем удачу на скорости 100 миль в час. А это много? Все на местах? Джесс? Что за пределами трассы? Мак? Атака Мака готова к выезду! Ты назвал машину Атака Мака? Она сама себя назвала! Раф, привози мне машину, остальное моя забота. Сделай нас богачами, Тайлер. Вижу отметку. Шулер здесь. Ты посмотри! Ну что, отличный день для гонки? Люди ставят 4-1, что ты займешь первое место. Этот прототип меня не подведет. Вопрос в том, справишься ли ты? Электромоторы, V8 с двумя турбинами, все это дает... 1500 лошадей. Да, я справлюсь. Хо-хо, молодец! Уроки учил. Теперь слушай. Второе место мне не даст ни хрена. Понял? Я вижу, ты парень горячий. Не облажайся. Мама! Кто-нибудь подозревает? Ничего. Итак, нам надо стать миллионерами. Раз, два, три. Вперед! Вау!
Здесь такие мощности Кулер. В огне! Равовский мустанг и рядом не стоял. Таня, ты мне как брат. Но я тебя сейчас так ненавижу. Говорят, ты лучший гонщик в городе, Морган. Да. Да запросто. Дай, готовься. Нужно попасть на точку встречи на высокой скорости. У нас всего одна попытка. Когда заедешь на трамплин, пути назад не будет. Макс, подхожу к месту встречи. Надеюсь, ты на позиции. Почти доехал. Почти? Макс! Выравниваю машину и газ в пол. Верь мне! Пол, газ! Верь ему! Давай, 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 давай! Вот оно, ребята. Не подведите. Где? Мак, я на подходе. Мак, я на подходе. Так, давай, давай, давай. Площадка готова. Ух ты. Есть отрыв. Что за читерство? $2 миллиона. Можно я напомню, как сильно я... Что за читерство? Морган, ты сейчас едешь... Я не понял, сейчас куда? Достать машину Раву. Блин, я не заметил, куда ехать надо было. Давай. Оба она. Джесс, оба у меня она. На хвосте копы. Езжай дальше, я скоро буду. Копы. Что бы ты ни задумал, прекрати. Верни машину. Пригнулся? Еще как. Тихо. Копы, не толкайтесь. Я чувак серьезный. Блин! Давай! Джесс, ты где? Ты где, Джесс? Держи! Ого, обложили! Я прикрою, здоровяк! Прикрывай! Осталось полотела! Волнуешься? С тобой! Сейчас! Ох, как тебе это нравится? Давай, прикрывай. О! Пока. Они у меня пока. На руке. Буду их от тебя уводить. Они весь район блокируют. Надо срочно отсюда. Тихо. Наброс. Сейчас свалим с района. Ух ты! Почему не отогнал машину сразу? У меня все еще копы. Давай. Надо как-то от них оторваться. Есть тебе. Таня, Джесс, дуйте ко мне. Еду. Увидимся там. Давай. Газуй. Вы где? Я почти на месте. Я тоже. Мак, ты как там? Пора вас отсюда выводить. Ух ты как! Получилось! Как он телепортируется, трамплин-то, блин, быстрее этих машин? Пора доставить приз Раву. Давай домой, брат! Я задержу копов, Тайлер. Гони! Хорошо водишь, Морган? Да ты заколебал! Не зря рискнула. Хорошо водишь, блин. Вот так вот! Вот так вот! Морган, 23 года. Мать Сильвия Морган, отец неизвестен, печаль. 6 месяцев в колонии за неосторожное вождение. Я лучший гонщик в городе, на одной из быстрейших машин в мире. Хочешь поймать? Да. Удачи! Зря ты со мной в такие игры играешь. А кто там хочет поймать-то? Копы? Во, удрали! Какого черта? Что происходит? Я еду. Труп, труп. Стритрейсеры здесь. Я видела, они взяли эту машину. Спасибо, офицер. Что ты сделала? Раф тебе не сказал, что там под капотом? Мои покупатели платят за это кучу денег. Ты за это заплатишь, Наварро. Копы уже в пути. Дом передает привет. Вот
Скотина! Наварро. Мак, обеспечь подмогу. Я отвлеку копов. Но... Давай! Ну вот! Опять! Вперед! Копы! Увожу полицию! Копов отвлекай! Ладно, это моя работа. Это я Наварро привел. Мне и расклёбывать. Уводи Мака и Рава. У меня есть полицейский сканер и GPS-треки Рава. Давай помогу тебе. Направляйся к коллектору. Только поторопись. Копы блокируют... Да еду я! Сейчас что было? Ну а? Все, сволочи! Давайте! Давайте! Давай, давай! Впереди копы! Направо! Да еду я направо! Дерево! А теперь куда? Налево, через стоянку! Еду, еду! Стоянка! Дальше! Говори! Не молчи! Дай, полпути прочно! Не сдавайся! Никогда! Очень много заграждений. Резко направо, на следующем углу налево. Ага. Направо. Налево. Еще и дальше к коллектору. Ах ты, блин. Давай, 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 давай. Тихо ты. Ты что так газуешь-то? Не важно. Да подожди, не важно. Я не знаю, как я тут, блин, разбираюсь с копами. Ну, конечно, должен справиться. Ух ты! Стой! Что с тобой такое? Да что с тобой такое, блин? Во! Давай, дирай, давай, давай! Блин, машина не слушается. Не слушается машина! Почти на месте! Почти на месте! Опа! Ё-моё, в коллектор! Покиньте город! Да я сейчас махом! Чё, блин? Копы, давай, давай, давай! Твой план сработал, Джесс. Хорошо едешь, Тайлер, но сейчас не время расслабляться. К полиции едет подмога. Они блокируют весь город. Опа! Кто такой был? Джесс, за мной едут какие-то левые тачки. Что? Откуда они взялись? Не знаю. Меня окружают. Ух ты! Опа, она! Мафия! А где машина? Лина Наварро. Она нас обманула и забрала ее для дома. Да ну. Да? Ты мне не нужен. Приятные отсидки. Хотя... Хочешь отомстить? Я тоже. Да. Пожалуй, сработает. Ты будешь козырем, а карты будут в моих руках. О чем это ты? Слышишь? Скоро приедут копы. Садись в тюрьму или работай на меня. Ешь, спи, води машину, когда скажу. А со временем ты получишь желаемое. А у меня есть выбор? Нет. Выбор есть всегда. Садись. Допустим, полгода спустя. Рядом с классной тачкой. О чем ты будешь думать? Сколько она стоит? Может, за сколько разгоняется до сотни? Я скажу, о чем думаю я. Я вижу потенциал. Вижу острую грань контроля. Вижу долю секунды, когда на кону стоит все. Я вижу свою победу. Морган! Боссу нужна машина! Всем привет, с вами Клеер, и сегодня мы поиграем в игру Need for Speed Playback на PS4. Неплохо, Тайлер, но ты все равно проиграешь. Я уже победил. Вы просто пока не в курсе. Первый до аэродрома. Продолжение.
дороге речи не было. Итак, мы уже гоним? Это да, гоним, гоним, гоним. Это и есть по-дружески. Кто последний моет раму машины? Итак, тихо. Кто последний, тот машину моет. Я не хочу машины мыть, я не хочу. Ух ты, тихо, чё? А там Джейс. Скотина, ты чё так быстро ездишь, а? Пора бы поднажать. Ух ты, чё за подстава? Я так нечестно. Я рулил. И у меня руль забрали. А это что за... Ух ты. Круто. Ух ты. Крутой был прыжок. Ебо, мне другой руль дали. Тихо. Лапочка, тихо. Пора полетать. Полетаем. Ух ты! Ёпрасте! Чё за подстава? Пристегни! Давай! Взлетаем! Опять руль забрали! Ладно. Что за издевательство-то? И, тёлыча, давай! И мне руль дали! Мне руль дали! Даже обогнать, если бы меньше рисовался. Давай. Интересно, кто? Мак? Я когда играть-то буду? Тихо! А, не туда! Давай. Стой. Заносит. Давай, жми. Все думаешь, что победишь, Тай? Уже побеждаю. Куда побеждаю? Не вижу. Результат будет на финише. Блин, она не видит. Нет, я тоже не вижу. А, вон они. Опять руль забрали. Да что вы? Издеваются. Кто первый-то? И? Неплохо. Ты не думаешь, что всегда так будет? Я всегда на шаг впереди. Ух ты! Сдаетесь? Решено, Морган. Ты поведешь приз. Я надеюсь на тебя и твою команду. Ну что я говорил? Лина Наварро лучше всех решает дела в Сильвер Роке. Да. Красиво звучит. Бедный старина. Чё? Думаешь, они захотят тебя видеть? Да. Тайлер, слушай меня. А? Я сейчас твой единственный друг. Ты отомстишь, Наварро, и я верну тебе свою машину. Но сперва набей терпение. Понял? Скоро все сложится как надо. Да? Ох, ничего, как газану. Теперь дуй назад, пока не уволят тебя на это. Покататься не дает, говно. Ух ты! Какая точила! Часики тикают, Вир. Или продашь казино, или мы его заберем. Отлично поболтали. Хорошо покатался, Тейлер? Сейчас не время, парень. Когда сдавать карты, говорю я. 6 месяцев прошло. Вылезай. Если хоть чуть-чуть помял мою машину, поставлю тебя водить мусоровоз. До завтра, герой! Все, Тай, пора ехать домой. Заеду быстренько домой, сниму этот тупой костюм. Ну вот, сейчас мы домой заедем быстренько. И снимем этот тупой костюм. И закончим, да? Тайлер? Эй, плохие новости, брат.
Босс удержит у тебя и зарплаты. Он нашел царапину на F-Type, которую ты вчера парковал. Что? Я не царапал, Ягуар. Не, я придумал правила. Слушай, помоги мне. Я за 2 месяца за квартиру задолжал. Эй, я тебе что, миллионер? У меня шильдик Порш на заднице. Сам налажал, брат, сам и расхлебывался. Ну... О, нифига себе у нее какая есть! Крутая Доброго штука! Доброго пути, гонщики! Это ваш куратор. Вы слушаете голос улиц, вещающий в прямом эфире из джунглей Фортуны Вэлли. Улицы зовут вас. Они полны уставших, разбитых людей, едущих домой с работы. Но вы ведь не белки в колесе, правильно? Вы гонщики! Кто из вас сможет приручить этот город? Кто справится с трафиком в час пик? Хватит ли вам смелости? Настал сезон скорости. В Фортуне Вэлли проводится бандитская гонка. Лишь лучшие из лучших смогут там участвовать. Лишь лучшие из лучших одержат там победу. Кто будет среди них? Бандитская гонка? Ага, как же. Вот, сейчас, наверное, надо будет участвовать так в бандитских гонках. Мне там нужно быть, гонять против Навара. Зря я время трачу с Шулером. У меня еще да, что-то 30 секунд осталось. Давай домой, блин. Во! Это Тай. Я насчет уличных гонок. Дай мне тот номер. Итак, у нас тут кандидат, который хочет выступить за дом? Да. Только скажите время и место. Эй, не так быстро. Думаешь, дом готов любого нанять? Сначала покажи, чего ты стоишь. Прояви себя в паре гонок по городу, тогда и поговорим. Вот, на этом серию мы завершим. Понравилось, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. С вами Клевер. Всем пока! Ту-ду-ту-ту-д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 у-ту